Каша на завтрак – классика, но как быть, если она кажется недостаточно питательной? Предлагаю приготовить кашу с арахисовой пастой. Арахисовая паста – хороший источник белка и жиров, она уравновешивает быстрые углеводы из овсянки. Получается сытное и сбалансированное блюдо, которое обязательно понравится вам на вкус. Ниже я дам пошаговое описание, как приготовить кашу с арахисовой пастой. Для рецепта я использовала овсяные хлопья длительной варки, но также подойдет кукурузная крупа или пшенка. Банан лучше брать спелый, потому что он слаще. Подготовьте все ингредиенты. Налейте в кастрюлю молоко, насыпьте овсяные хлопья. Начните варить кашу на среднем огне. Добавьте в кашу арахисовую пасту, сахар и банан. Каша загустеет, варите ее еще 5 минут. В конце посыпьте кашу корицей и перемешайте. Каша с арахисовой пастой готова, приятного аппетита!